Буэнос Диас, перца. Ядерный рассвет снова заряет ваш экран, а это значит, что мы в девятый раз, это девятый дубль, девятый раз пытаемся покорить себе One Hour Cop Challenge, который я сам же и запилил. Да мать твою, даже руки уже ебутся. Саныч, что ты делаешь? Акстись, остановись. Не знаю, что сделать. В общем, ребятки, все по стандарту. Усаживайтесь поудобнее, берите ништячки, делайте громче. Сегодня будет максимально жарко. Уровень жары 4. Целый час. А это значит вертолетики, шипики и очень злые огры. На черных, быстрых, злых пантеаках. Честно, если я сейчас дубль зафейлю, я точно побегу за вариантом. Ну или за выпивкой, потому что это пиздец какой. Объект потерял. До связи. А вот он. Продолжаю погоню. Похоже, сейчас попробую сделать невозможное. У меня в рюкзаке лежит бутылка с колой. Я попробую, не зафейлившись, одной, сука, рукой ее достать. Оп. Блять, мы увидели, что у меня отсутствовала одна рука. Блять, только бутыль я не могу открыть. Ладно, пока порулим двумя руками, благо кола остыла, пока я бродил по улице. Между дублями, потому что первые 4 дубля я сделал сильно раньше, чем 5-й последующий. Так, колес наконец-то открылся. Блять, как неудобно вести одной рукой машину. Учитывая тот момент, что я не могу применить нитро из-за того, что левая рука занята. Сука! Чуть на шипы не напоролся. Ну ладно. Голос вроде более-менее поставлен на место, связки снова свежие. Поэтому можно раздавать люля. Не, не кебаб, просто люля. Одному, второму, третьему и так далее. Улыбнулся, хотел, не вышло. Блять, это было больно. Надо выруливать. Да мне как бы срать, что мои приметы записали. Оба, оба, оба! Вылез. Так, сейчас немножко помотать их на мосту. О, носычи. Спасибо, чувак. Принято. Носорог 5-2. Я уже не рассчитывал на столь неожиданную помощь. Мало того, что задоджил, но не очень удачен додж второго носорога. Спас мне положение, дав мне развернуться именно так, как я хотел. Блять! На нахуй! Сука! Замедление. Ё. Да какие нахуй руки на капоте? Пошел ты в пизду! Щенок, блять! Улыбнулся, хотел, не вышло. Извиняйте. Так. Ну-ка, ну-ка. Дай-ка лучше по боку объеду. Да что такое? Кто меня вспоминает, то блядь. Небось уже менты недобрым словом упоминают. Я имею в виду игровых, естественно, к реальным ментам я как бы претензий не имею. О, опять носорожи. Небольшой дрифтец. Но задолжил быть, в принципе, красивый. Если бы я еще научился делать это без спидака, было бы, ну, вообще охуенно. Не, по встречке не поеду. Лучше я ударю тягач сзади, чем спереди. Кстати говоря, только хотел сказать, что-то непонятное происходит в датском королевстве, а тут тебе на нахуй. Ой. Внимание всем!
Злой, ой. Сука. Да мне срать, что вы полиция. Ебучий ты случай. Ты там догонять думаешь или где? Блять, вот ту пиздень, а? Вот ту пиздень. Да я не лучше, если честно. Сука, я уже шарахнулся, думал, носороже. Нашли идиота. А вот как я буду стряхивать хвост, когда их останется? Ну, блять, я иду 280, как-то не очень хочу приземляться. А, точно, у меня же есть лесовозики. Хули я туплю? Главное, лесовозика правильно тюкнуть. Пизда. Ага, минус один орк на хвосте. С каким нахуй лесовозом? У контейнера вообще-то везет. Долбоебина. Ух ты ж, ебаный кукол достанется. Гарик, ты кукол. Гарик, блядь! Ладно. Не будем о грустном. Ему и так дерьмово. В смысле, блядь, вы без шипов отработали? Че, я столько шипов наобъезжал, что бабки кончились. Не успели перевести. А, вертун. Так. Так, кстати говоря, пошла 7-я минута. А у нас до сих пор нет меток. Ну, в принципе, все пари реально выполнить за 6 минут, если заморочиться. А только весь трабл в том, что... Так, шипы... А вот еще одну пари подъехала, все. 240 тонн, но в принципе я шел бодрее в прошлых дублях. Я умудрялся делать 300 за 6 минут. Но там я жестил откровенно. Сейчас я пытаюсь... Опаньки. Аккуратничать. А вот это уже проблема, потому что пока я тут матерился, они кинули под креп. Летай там себе, молчи в тряпку. Было видно, что он этого не ожидал. Ну ладно. Оба! Да ладно, блять! Я-то думал, что я проскочу над грузовиком, либо залечу под него. Но удар в контейнер, это было не в моих планах, если честно. Они там без меня справятся. Так, небольшая обводка, чисто для собственного душевного спокойствия и равновесия. Угу, мой любимый лесовоз. Бревно пёра не довез. Бля, а почему огров так мало? Недавно же было 20, буквально на прошлой развязке, оба. Здоровенький булык. И еще один лесовозик. Иисус и тапок, идет 8-я минута. Блин, вроде дома не сильно жарко, но у меня уже пот по спине.
Однако самое обидное будет обосраться в лучших традициях New Year Sunrise на последних 5-7%. Это уже будет ядерное все. Просто нахуй. Лучевой дрич. Так, сколько орков? Шестеро. Ну что, сейчас еще одного-двух нейтрализуют. Сами причем. Тем временем идет 9-я минута. Матча, скажем так. Между прочим, я уже вышел на рекорд среди своих дублей. Так, додж был. Так. Два орка сзади. Два все-таки. Так, еще один трупец. Блять, как они заебали. Просто кто б только знал. Знаете, в чем главная проблема? У меня сейчас стоит литровая бутылка колы, которую я при вас открыл. Я так чувствую, к концу челленджа мне дико захочется отлить. Год 6 потерян в этом квадрате. В смысле вы меня потеряли? Я что-то сейчас не понял. Развязку Кэнда. Принято решение отцепить район. Уточните координаты точки. Так, мусор прямо по курсу. А нет, не прямо по курсу. Да блять. Да где ты, сука, есть? Будет смешно, если я сейчас без укрытия потеряю погоню. Я не думаю, что это может быть настолько просто. Так, ао, чпок. Так, без касания. Без касания. Иначе ему был бы неотвратимый пиздец. Связки, конечно, высыхают просто люто. Особенно когда ты пиздишь, не затыкаясь, уже третий час, потому что ты сделал до этого 9 дублей длительности от 3 до 8, по-моему, минут. Ну, честно, вот в принципе, можно считать, что 1/6 нашего челленджа уже готова. Ну, блять, с вами по-другому никак, щенки. Бульдоги ебаные. Сука, орки. Все, ушел. Я кружу над местом, откуда он скрылся. Если увидите его, я на связи. Блять, отрыжка от этой колы просто лютейшая. Надеюсь, не будет, как на прошлом круге. Один. Он вывел из строя остальных. Ноль. Подкрепление будет через 60 секунд. Ну, уже через 45. Ну да похуй, в принципе. Очень сложно не упустить его. Я только хотел сказать, что, типа, вертолет мне ничегошеньки не сможет сделать, кроме как просто подвисли надо мной. Летим на резервном горючем. Осталось меньше половины. Пара миль, если он сам не встанет, мы на него упадем. Хм. Так, 1:12 уже минута. Ебать, он дерзкий. Но сейчас надо будет по-быстрому проходить тоннели, потому что... Мне скоро пизда. Я вот вам рассказываю. Как бы, если бы сейчас кто-то из моих однополчан все это дело видел... Блять! А не, не блять. Целомудренная девочка. Если бы кто-то из моих однополчан, особенно тех, кто служит со мной в дивизионе, все вот это видели, они бы поняли, откуда пошла фраза «Я вот тебе рассказываю», которая произносится низким голосом. Ну как? Слегка, чуть-чуть отдающим немчурятин. Ну да ладно, не будем о грустном. Колян, кстати, привет. Я уверен, что ты это будешь смотреть. Ладно. Едем дальше. У нас на исходе 12-я минута. И, в принципе, 20% мы уже прошли.
Я вот только сбился нахуй со счету, сколько кругов мы намотали. По моим прикидкам, должно выйти было 3-4 круга. Мне просто лень потом отсматривать материал, переозвучивать ее я не очень хочу. Потом я просто напишу конечную цифру в описании. Скорее всего, если не забуду. На самом деле, мне просто похуй. Сколько я кругов намотал, главное, что это фан. И будь там 5, 10, 15, 20, 100 кругов. Блять, ну все равно по фану. Ну, в принципе, если учитывать среднее время круга около 4, то как раз да, мы проехали 3 круга, за час мы должны намотать порядка 15 штук. Был, кстати, один дубль, где я пытался сменить локацию на рокпортский круг. Но там эти ебучие петли, в которых невозможно контрить шипы. Я в итоге обосрался на 3-й минуте. Бум. Ну, еще 5 тонн рейта, как с куста. Что-то, кстати говоря, я тухленько поехал. Я думаю, что, может, и не выйду даже на 3 лимона. Чистыми, я имею в виду, без учета пари. Потому что, если учитывать пари, то 3 лимона там будет железно. Честно, вот вспоминая, как это было раньше, когда я был еще пиздюком, школьником, в пиратских переводах, все равно фигурировала, блядь, чуть не оговорился, фигурировала фразочка типа «уровни жары», но вообще калька с английского «hit level». Но видите, здесь немножко поработали. Потому что это, по-моему, оригинальная софтклабовская озвучка. Да-да-да, и Razer озвучен Владиславом Коппом и так далее. Так вот, к чему я говорил? А к тому, что... Как вот только статус погони не называли. Жара, даже видел, в каком переводе сгорание. Так, вот здесь, где козлы. Нормально. Честно, вот меня так и подмывает. Так и подмывает. Обозвать его как-то по-своему. Например, уровень угара. Или статус угара, если уже коррелировать с игрой. Пошел в пизду. Так. Ну как бы, блять. Погоня с 4-м статусом или на 4-м угаре. Как эпично. Да твою ж там... Мать, фейл! Вас поняли. Примите номер дела. Вы, блять, серьезно. 7 шипов, 12 заградов, 6 обвинений предъявлено, 6 нарушений. Ебаться в телевизор. Ну-ка. Естественно, никакого рейтинга за эту погоню я не получил. Но мы будем считать, что это была вторая попытка проехаться. Дайте-ка посмотрю досье. Два ухода, ноль задержаний. Ну, как сказать ноль? Я два жетона проебал. Почему мышь не реагирует? Я хуй понял. 5 лучших погонь. Не, на Эклипсе все равно погонька была злее. Это как раз вот прошлый наш челлендж, это из 10 серии. 10 минут, когда я их 10 минут дрочил? Это, видимо, было где-то из прошлых серий, я уже не помню. Остальные погони у меня все на Эклипсе. В принципе, можно попробовать собрать каймана. Так, чтобы по быстрогану. Одиночная длительность погони. Ну да, я выебал даже самого Рейзера. Так, длительность погони по всем погоням. У меня час 21, а у Рейзера 4. Да в принципе хуйня на самом деле наверстать. В общем, такая вот история. Мы сделали еще один фейл.
Ну, примерно хоть пристрелялся. Наверное, мне надо сделать перерыв, пойти покурить. Как же у меня горит. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте, обсуждайте. До скорого, друзья!